убивай. Дух стаи, охотник. Дух стаи. Алло, гараж. Дух стаи, ханты. Да забей, мы все равно не бегаем. Да это окей тебе. Дикат, дух стаи, выруби, блядь. Блин, чего вы так проседаете? Там привели дракона. Ну так там же привели трэш, поэтому и проседают. Схилить приходится. Там просто стоит эта аура хантовска. Понимаешь? За нее дамаг убивается 3 раза. Да, понятно. Вот и все, вот видите, Китикета кикнул, да, аура пропала. Понятно, у кого была аура. Он, да? Сейчас вернется, да, и такой типа зайдет и Ивен заново. Зайдет, его кикнул с Райан. А, да, точно, блин, что-то я подплю. Да. Что вы откидываете меня, блядь? Идите отсюда. Бля. Сейчас откатится тайфун, погоди. Сколько мы в рейде? Ну если там кто-то офнулся, там Даня пришел, может пойдет кем-то. Это закинь к нам лизни, это ему в пятую пати. Как бы колдунью надо добить. Ну там же уже фулл рейд, вы чё? Там же один хант кикнутый, одно место. Одно место — это сторожило, который встречает жену и охотника, и кикнул из ауры. Да. А у нас же еще кто-то бегать. Дим. Ага. Того, кто бегает, я заменил на Заливин. Это кикни... Ой, кикни. Фу, блин. Возьми китикет, она уже тут. Или он? Только подожди до конца ивента. Просто возвращаюсь на ОФ, сервер ВОВ, кто-то хочет, может пойти со мной. Пойду, как выйдет Battle of Azeroth. Я тоже со мной. Ну, я в августе возвращаюсь. Да, типа, по-моему, тут все, кто на ОФе играл, такие, типа, Battle of Azeroth, я жду тебя. Типа, классика? Нет, это новая обнова. Новая обнова, Кек. Дополнение. А реально это прозвучало тупо. Новое обнова. Дополнительное еще дополнение. Если дракон не взлетает, 1500. Слышишь, дополнительное. Ну что, сделали там тоже, по сути, старый Outland и новый Outland там. Нормально, что. А мне очень понравилось там бегать, ну, типа. Так вышло, что у меня не было денег на Легион, поэтому мне пришлось Дренор так полностью проходить. Мне понравилось. Как там будет сейчас старый новый классик, старый новый БК, потом Рич, потом старая новая Панда, потом старый новый Дренор будет. Че, фантазия? Ну, насколько я знаю, они хотят запустить еще параллельно сервер Ванилы. Ванилы будет запущен к 2020 году, это официально. Серьезно? Да. Какой кошмар. Не, ну если к 20-му, то по-любому там переработают много чего. Там вообще много ожиданий на тему этого вот сервера, там много обсуждений.
читал форумы, но, блин, ну... уже не будет такая, как она была на ваниле, это 100%. Мне кажется, что вообще эффект ванилы — это эффект новизны. Ну, то есть я так почитала, что там было и все такое. Ну, мне кажется, что в это прикольно играть только когда это что-то новое. А не когда ты уже вкусил все остальное. Если там добавить, ну, типа, разнообразность спелов, которые добавили в личи от Лимера, то ванила — это будет уже не ванила, потому что на ваниле у всех дамагеров был один дамажащий спел, и все, больше не было. Ну, мне кажется, знаешь, там просто подкрутят, вот, допустим, токовары танчили, будут мишки там, паладины танчили. Квадрат, станьте все в квадрат. Вары танчили, я тебе больше скажу, вары танчили, и у них все таланты были вкинуты в армса, и только там вроде 8 талантов про шло. Ну да, там есть спеки разные. И это из-за того, что агро надо было держать. Там не было на пула ни у кого, там нужно было тупо держать агро. Ну там вроде бы одним критом можно было сорвать агро. Это васап с нами там идет, Сань, что ж? Я сейчас посмотрю, или старожила пришел. Блин, секунду, ты че не помнишь? Так, что, признавайтесь, надо ставить рыбу? Ну, видать, не надо. Сука. Ставьте рыбу, дайте фулбаф, пока по рейду. Где вы вдыхаете? Ну, то есть это Тим. Техники на сумму. Ты сторожила очень долго жену встречал, мы же на Синдрагосе. Наверное, заставила в магазин с ней пойти сумки тянуть. Дайте пристабав. Сейчас даю пристабав. Кто не выходи с малого. Каску по пристам, пожалуйста, дайте. Каску по пристам. Тыкайте на сон. И под рыбин каску дайте. Жазаня. Жасан тут, дайте каску по пристам. И это лизнит от инспекции в хило. Китики цуть. Ну, 4 хила не захилим, у нас сершан слабоватый. Может, 6 хила спекнуть? Я 5 захилим, 4. 5 точнее. Тут 5 херня горимая. Давайте готовность. Мальчик. А тотем шамановский патери, если это мана? Да. Да. Нет, мана рейтрис, это хиловский только патери. Хавайте рыбку слева стоит. Резалось только пати. Все, все готовы, давайте по-клански, начинайте. Начинай по-клански, давай. Киливайте рейд. Дайте иннер тотем. Дайте иннер, лизни тотем. И все друиды лизни тотем иннер. Так, это там 3 хила. Беги, малышка, беги! Бежали. Давайте все наверх.
смотрим склепы. Склепы вниз. On the time, interlude, void starfall, adovый, без нетотем, гетто. Сейчас поставлю меточку. Ясно. Склепы слева близко, слева близко. Склепы до 200 тысяч. Справа между склепами. Зипан, ты сможешь встать сама? Да. Лево падает. Пижон, ты резнешь китикет. Между склепами. В центр. А что склепы вколол? Ну давайте. Поклонский, развивайте склепы. Нужно и на попасть. Вставай. Инер, можно попросить? Да, 2 минуты. Нихи, просто стой. Именно мало стоит, после холода. Если нервоз. Ой, блин, с КД ушел. Притянуло. Все, отбежали от притяжки. Бедолом, что это такое? Трясай бедолом. Если беда лома, или тебя когда? Чё? Дай. Шин рез, он весь сети. Я вылетел. Я захожу. Подолбан будет. Нет. Отлично. Все, давайте наверх, вниз спустились, только меты как-то поставьте. У нас... Все, давайте. Только крайний, видите, справа далеко. Тут... Вот, я вам поставлю сейчас квадрат не бить. Ну вы чё, гоните? Слева падает. Квадрат не бейте. Слева падает. Бейте крайний склепы. Попадает. Слева. Разбивай. Бай. Типа квадрата там. Хоть подымай, Лизи Панк. Запарило падать, за. Зил Тимана, не падай больше. Ну, Касифан. Я думала, я твоя зая. Там скоро сезон размножения просто. Мало ли. Смотрим, сейчас будет весна. Метка, давайте. Хатай метка под босса. Под босса. Милики в сторону. И метку. Следующую под босса. Ну хильки, чё у них хп? 4 тонны. А ёщи под босса, милики в сторону. Просто в сторону. Скиньте стаки, чтобы вас не притянуло. Все, давайте, скидывайте стаки. Смотрим, не разбивайте метку, смотрим метка. В сторону метка, в сторону бьем. Давайте метку. Отдали. И метку. Еще под босс. Это под босс. Ушли. Разбиваем. Следующая в сторону. Снайп в сторону. Еще под босс. Разбиваем. 4 хила собачок. Не хлопайте в рейде. Следующая под босса, следующая под босса, пою гимн на хп, следующая под босса. Я пою. Я тоже пою. Все, скидывайте стаки. Разбивайте метку, сидите освобожден.
прижаркой. Холл. Ты чё, блядь? В тысячу сторону. Нанесите. У меня много и так стаков было. Туда всех захлопал. Давайте мед. Да-да. По сторону добивайте, босс. Это стаки, гаки, блядь, просто. Сторону хватай, добивай. Клопните там по райду. Талик. Отвечаю, Талик. Второй рейд подряд. На меня тем более СС там кинули. Всем привет. 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 Здорово. Что делаете? Самогон ебем. СЛК, вайпаемся. Что делать? Нихер сидим. Так, Войс. А тебя как зовут? Ну, смотрите, Войс троллил так, капец. Меня Алина зовут, ты что, не узнал? А как тебя зовут? Алина, говорю, ты что, не узнал? Да, привет, Алина, привет. Это самогон? Ну, даже я довел, что я это уверена, самогон. Что это самогон. Ладно, не парите его там. Давайте речь. Это Алина, короче, не парите парня. Какого парня? Твоего? Там... А, так где же мой парень? Там, если я тебя навести, там пинт написано, чат, фотка. И все ну, пошли такие, наводить. Дядь Ваня, ты это видел? Нет, шо. Просто нажми на меня и осмотреть. Пойми, Ты так сказал? Сейчас... У меня сейчас голос как у Лыда. Игра стала. Хуже. Мне кажется, я сейчас 20к дам, ебать. Мечтай. Крит, короче, 1219. 20к, капец. 20к давать. И я опять бил без внутреннего огня. Какая же это хуйня. Вы не специально вывел этот огонь, чтобы типа ну его видно было всегда. А ты пользуешься там или Tell Me When, или Power Aura? Нет. Но Tell Me When у меня есть. А что, он там показывает что-то? Да. У меня муж время от времени вздыхает, тоже такая, типа, боже, где он? Басов! 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 Надо поставить себе такую же программу, только чтобы мужика изменяла. Лол и релить. Он так говорит WhatsApp, как будто, я не знаю, там бухой такой, что просто... Мне что-то вспоминается, когда говорятся, ладно, не буду говорить, а то обидятся. Что вспоминается? Да привет, ребята, можно к вам в гильдию? Я подруга Серсей. Это ужасно просто. Ты кисик, да? Войт, Войт, только не бань. Кисик, кисик. Войт, я понимаю, что ты не любишь, но не бань. Почему вы мою подружку не хотите в гильдию?